Привет. Еду я по улице Вадима Гетмана сегодня. И заблаговременно перестроился вправо, чтобы повернуть направо. Ну, там полоса для общественного транспорта, ОТ. Я такой, еду тут, впереди меня едут полицейские. Будет, наверное, на регистраторе. Они выезжают, перекрывают мне дорогу. Я им моргаю, что типа проедьте. Нет. Я поворот включил, показал, нет. Я их обхожу слева. Хотел обойти, но потом поехали автобусы, короче, не получилось. Ну, дальше еду такой, выехал обратно вправо, включил поворот и по пробочке тянусь. Тут, короче, впереди, в этом же, вот это между автобусами попадает одна машинка такая маленькая. Видно, что, наверное, девушка за рулем или я не знаю. Ну и, короче, они ее торг и начинают что-то ж там остановили. Мало того, что пробка, она остается еще больше, потому что они же остановили ее в этой в полосе ОТ. И начинают что-то мозги выносить. Я подъехал, ну, короче, на видео, может, видно не будет, но слышно будет, что я про них подумал и что я про них сказал. То есть меня, когда я им моргал, что текать и все, то есть не согласился с ними, что текать, они не тронули. А девушку давай разводить, еще и выпишут постановление, то есть, потому что, ну, она реально выехала, ее не пустили обратно. Я думаю, на видео будет видно, она ехала между этими автобусами и в пробке, то есть ее просто не пропустили. Может, она дальше тоже хотела поворачивать там, где я, непонятно. Но вот такая вот ситуация. То есть полицаи наши, ну, как обычно, они находят более таких девушек, где-то дедушек, бабушек, вот каких-то с укропом. А, например, я был готов, то есть с ними пообщаться, у меня время было, все нормально, я никуда не торопился. Я готов был с ними поговорить, рассказать, что к чему, как правила дорожного движения у нас написаны, что имеется в виду, когда направо и как это. Нет, они меня не трогают. То есть я им еще и поморгал и все дела. А девушку давай разводить. Я думаю, ну потом я назад проезжал, тоже там будет видно. Я развернулся и обратно ехал, то ее уже не было. Она не стояла. Не знаю, на рейке она сохранится, если не перезапишет. Так что так. Удачки всем. Добре здоров'я. А вам нема де стать, да? Мало пробки тут. Не що таке представиться зразу надо. Ви не знаєте 18.3 закону про поліцію или що? Отпустіть людину, блядь, і так пробка поставали, сука, задолбали нам. Звісно, зайчик. Ти ж бачиш, аби вони ще не останавливали, де попало людей. Отпустили. Бачиш? Поки не даси їм по тому самому, по огривку. Да? Так отож. І так пробка. Вони ще давай останавливати людей.